Здравствуйте, это видео про ваш одуванчик для арсата. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32. Почему от 2 до 32? Потому что на советских объективах механизм управления диафрагмой немножко отличается от никоновского. Вот, и поэтому нужно будет вводить поправки. Таблицу поправок я вам вышлю на почту. И ее объяснение также. Сейчас я упакую ваш одуванчик. Вышлю вам на почту ссылку на мою видеоинструкцию по программированию. Одуванчик будет подпилен в нужном месте для ровной установки на ваш объектив. И вы его получите буквально через 1-2 дня. Спасибо за внимание.